Этого не делала, они очень стесняются. Даша Черняева, встаньте, пожалуйста. Сейчас они очень большие, вы видите, они очень большие. Но когда они были очень маленькие, мы очень много читали, и именно благодаря тому, что они есть у меня. Вот, я безумно была влюблена в разную детскую поэзию. Даниил Хармс, у меня спектакль был отдельный на эти стихи. И еще я очень любила потешки, потешные небылицы, вот, народная поэзия. И наступил такой момент, когда я уже не смогла держать в себе внутри эту любовь, и захотелось ее выплеснуть. И так появилось сочинение «Потешные небылицы». В этом концерте мне особенно его хотелось показать. Оно, собственно, как бы почти не исполнялось. Я делала попытки сама его исполнить, но это не тот немножко вариант, наверное. Хотела, чтобы кто-то. И, кроме того, так получилось, что в прошлом году я попробовала поучаствовать в одном из конкурсов. Композиторские конкурсы бывают не только для юных композиторов, но и для неюных. И я послала туда сразу 3 сочинения. И получилось, что вот «Потешные небылицы» заняли там 2-е место там в какой-то номинации вот, на народные тексты. И еще одно хоровое сочинение. К сожалению, оно сегодня не прозвучит, мне тоже очень хотелось, чтобы оно было в этом концерте, заняло 3-е место. Итак, сегодня «Потешные небылицы» прозвучат в исполнении дипломанта международного конкурса ансамбля, детского ансамбля «Созвучие», первой детской музыкальной школы №1 имени Дмитрия Шостаковича, художественный руководитель ансамбля Полина Ефимова. Я приглашаю вас на сцену.
спектакле вместе выступит потрясающий пианист, которого я обожаю, лауреат международного конкурса Павел Назаров. Я объявлю название. Пять частей в этом цикле. Стучит, бринчит, первая часть. Затем свинка, Нинила. Третья часть, колыбельная или ночь пришла. Четвертая часть, летели кукушки. И пятая часть, тень, тень, ой, тень, тень. Ой, 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 ой.
сотрудничество с этим прекрасным композитором и не менее прекрасным человеком. Потому что такую музыку может написать только добрый, искренний, отзывчивый человек. Сейчас еще одна премьера, новое сочинение, которое написано в 2012 году. Это сочинение, наверное, долго ждало своего часа, когда же оно выйдет на свет, потому что человек, который обратился с просьбой о том, чтобы что-то написать специально для него, это наш замечательный музыкант самарский Дмитрий Бойко. Наверное, многие вы его знаете по филармоническим концертам и по другим. Так получилось, что он очень давно, несколько лет, оказывается, назад, подошел ко мне впервые. Дима, простите, что я расскажу всю правду. Но я тогда была очень занята другими делами.